Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Что же это я? Извини, милый Бонд. У нас закончился корм, а новую пачку взять как-то забыла. И Ллойд, по идее, сегодня поздно вернется. Но ты не переживай. Я для тебя ужин попробую приготовить. Сюда, Бонд. Я тебе покушать приготовила. Быстро управлюсь. Как раз Ллойд написал, чего песикам нельзя. Ужин готов. Выбесишь маму, и она сразу прибьет тебя, Бонд. Мой Бондик! Прости, просто он не хотел кушать мою стряпню. Это еще что за дворняга? А ну кыш! Да как ты посмел поесть не дома? Плохой песик! Разбойник Си? Кто ты? Это еще кто? Шутка, что ли? Фу ты, блин, вот же ж он лежит. Ей-богу, кто это придумал? Огромное спасибо. Что открыли сейф? Молодчина. Благодаря тебе быстро управились. Ну что, вкусно? Господин Дэмиан! Спасите! Я все-таки второй сын рода Дезмонда! Сейчас же идем! Эй, вы куда? Я наследник семейства Эльмонов! А я наследник Эгебергов! Хотя бы вы обязаны выжить, господин! Правильно! Пожалуйста, воплотите в жизнь наши мечты! Ребята! Скорее полезайте в лодку, пока мы еще как-то держимся! Зараза! Я не хочу вам портить веселье, но тут воды по пояс, и течения никакого нет. Что? Плыли мы быстро, лишь потому, что я был на веслах. Хочешь посмотреть аниме-приколы без ограничений авторских прав? Добро пожаловать в телеграм-канал, там ты найдешь отсутствие маленького экрана. И за кого меня держишь, чеканутая? Также другие аниме, которые YouTube не пропустит, у тебя будет возможность заказать анимешку, которую стоит разобрать и с какой озвучкой. Можешь своим комментарием повлиять на видео, перед тем, как я его выложу на YouTube, много не расскажешь и не покажешь. Так что переходи по ссылке в описании, там будут все подробности. Наверное. Вот черт! Да свали! Добрый вечер, мистер Крыса. Мы подготовили для вас замечательную клетку. 8.07, 7. Отправился на работу. На обед отправился в бистро Фьорд. Йор. Очевидно же, что ты устал. Отдохни. Нет, я в полном порядке. Юрочка, ты чего это так поздно к нам? Дядя! Добрый вечер, Юрий. Фу, какого черта ты дома, Форджер? Паши и по ночам. Ой, наверное, после работы устал. Сейчас чаечек заварю. Сестричка! Сестричка, сестричка! Сестричка, 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 сестричка! Сестричка! Гадость! Сколько у тебя женщин? Милые, я собираюсь осчастливить всех девушек на белом свете. Что поделать? Шпионская работа полна рисков. Война шпионов! В следующей серии «Возвращение Бондмана». Ну, понятно. Вот она, история любви. Теперь будет о чем с Бекки поболтать.
Аня теперь тоже взрослая. Даже не вздумай. И каким местом он джентльмен, спрашивается? Бассейн! Как же хорошо, что я здесь понравилась. Ой, все-таки не стерпел. Но ладно, никто не узнает. Полегчало. В бассейн больше не пойду. Что? Но она же днем так радовалась. Я не понимаю детей. Вставай, Аня! Автобус через 10 минут подойдет. До взрыва еще 10 минут, но я его не допущу. Ну, пожалуйста, вставай! За несколько опозданий наказывают арбитром!